10 минут. Приготовьте карету скорой помощи. Остановитесь. Он под контролем. Сдавайся. Десять минут. Я справилась? Да. Центр, нам срочно нужна медицинская помощь. Приветик. Как ты? Нужно отдохнуть. Все будет в порядке. Не волнуйся. О чем задумался? Я размышлял о том, что ты сделала. Тебе не кажется, что тебя использовали? Нужно быть ценностью, чтобы быть использованным. Мы все инструменты. Многие люди манипулируют тобой в зависимости от твоей степени полезности. Значит, ты признаешь, что ты инструмент. Каждый является инструментом в зависимости от ситуации. Ты можешь быть либо гвоздем, либо молотком. После этого испытания я уже знаю, что не смогу организовать сеть школ кунг-фу. Использовала ли я Карен как свой инструмент для гибели своей мечты? Даже если и так, у меня все равно есть выбор, быть гвоздем или быть молотком. И твой выбор, лучше я буду молотком. По крайней мере, я буду ведущим. Самый мощный молоток бесполезен без гвоздей. Стоит ли оно того? Но почему ты не можешь думать по-другому? Даже гвоздь не может быть полезен без помощи молотка. И мы нужны друг другу для достижения нашей цели, правильно? Привет, как дела? Я в норме. Кин, друзья хотят пообщаться с тобой. Альфредо, соедини нас. Ты еще помнишь меня? Я Джан. Карен рассказала мне о том, что произошло. Я хочу поговорить с тобой. Возможно, тебе это поможет. Я вообще-то без понятия, о чем говорить. То, что случилось в прошлом, очень сильно повлияло на меня. Но я хочу, чтобы ты знал. У меня есть свой собственный магазин, большая семья, и я хочу открыть целую сеть магазинов. Забудь о том, что было в прошлом. Не нужно терять свой собственный шанс. Надеюсь увидеть тебя в соревнованиях. Ну и после всего поговорим. Я и об этом не рассказывала. Ты можешь злиться на меня. Но я надеюсь, что ты сможешь простить себя. Вы можете больше ничего не говорить. Я согласен на участие. Но при одном условии. Нет проблем, мы можем начать переговоры. Если я займу первое место, вы удвоите сумму выигрыша. Если это единственная проблема, я думаю, что мы примем положительное решение.
Я попрошу подготовить контракт. Теперь тебе нужно отдохнуть. Спасибо. А ты быстро учишься? Я хочу быть ценным молотком и очень агрессивным. Смог ли Джан переубедить тебя? Или ты сам принял верное решение? Твоя активность помогла мне, а твое мужество заставило меня чувствовать себя виноватым. Начали! Молодец! Я понимаю твое неудовольствие и благодарю тебя, что не опозорил меня при всех. Я сделал это не для вас. Я не могу видеть этих людей. Кем вы себя возомнили? Дирижером игры, который решает, кто выиграет, а кто проиграет? Прошу прощения, что не предупредила заранее. Но ты должен меня понять. Для тебя, возможно, это испытание, но для меня это просто шоу. После этого я просто ненавижу себя. Отвращение — это просто чувство. Для всех людей это не является проблемой. Почему ты просто не забудешь о чувствах? Победа сама по себе уже достаточное чувство. Я не обвиняю вас, я просто не понимаю. Почему Макс так поступил? Не применяй свои стандарты для всего мира. Каждый из нас живет в мире, в котором у нас иногда не бывает выбора. Максвелл сможет тебе ответить на этот вопрос. Проходи.
Ну давай же. Я реально тебе завидую. Как ты можешь вести себя так, будто ничего не произошло? Я всегда уважал тебя. Ты мега-боец, мечта всех боксеров. Я даже представить себе не мог, что ты сможешь продаться. Я видел все твои бои. Может, они тоже все куплены? Заткнись! Я выиграл каждый чемпионат потом и кровью. И не смей оскорблять меня. Кто кого оскорбляет? Ты один из тех, который заслуживал уважения. Для меня проиграть тебя было честью. По крайней мере, я бы выразил тебе свое уважение. Кин, знаешь, очень трудно стать боксером, который выигрывает. Но еще сложнее быть боксером, который должен проиграть. Когда я был в твоем возрасте, то мечтал о том, что буду на вершине бокса. Но теперь моей вершиной является моя семья. Каждый раз, когда я выигрываю, то волнуюсь, а вдруг в следующий раз я проиграю. Мне уже 41 год. Я просто жду свое время, хорошего противника и условия ухода на пенсию. Мечты со временем меняются, парень. А жизнь просто проходит мимо. Ты можешь остаться, но не кричи на меня перед моим сыном. Привет, привет, пап. Привет, дорогой. Вы разочарованы? Максвелл, не нужно говорить так. Когда я выходила за тебя замуж, ты не был чемпионом. И к сегодняшнему дню я тоже готовилась. Все эти годы меня не интересовал результат. Никто не может быть вечным чемпионом, и я очень горжусь тобой. Только благодаря твоей поддержке. Меня не интересует мнение других обо мне. И теперь борьба за лидера ничего для меня не значит. Всю свою жизнь я посвятил своей карьере, но ты не обращала на это внимания и помогала мне во всем. Я понимаю, что это было несправедливо для вас, и с этого момента я буду мужем-чемпионом и папой-чемпионом. Папа, я расскажу в школе, что мой отец не может быть сейчас чемпионом, но он может быть папой-чемпионом, и ты будешь прав. Максвелл – один из самых знаменитых боксеров за всю историю.